От теории к практике. В славянском филиале «Кубаньэнерго» открылся новый трудовой сезон студенческого энергетического отряда, сформированного из будущих энергетиков, студентов Славянского электротехнологического техникума. В студенческом энергетическом отряде будут трудиться 15 ребят. Для них это уникальная возможность попробовать себя в профессии. Как говорится, изнутри увидеть весь производственный процесс. Под присмотром опытных наставников отработать полученные в техникуме знания на практике. Вы собрали все мои одни из лучших ребят, которым я доверяю. Надеюсь, вы меня не подведете. И надеюсь, что вы действительно вникнете в процесс работы, полюбите свою профессию и придете сюда и будете работать в дальнейшем. Действительно, многие ребята, кто уже прошел практику в студенческом энергетическом отряде, возвращаются работать именно в «Кубаньэнерго». Для предприятия подобное взаимодействие с учебными заведениями дает возможность найти и профессионально подготовить молодые кадры. Сегодня мы принимаем наших молодых коллег в ряды трудового коллектива, ведь именно студенческими отрядами в советские времена реализовано множество масштабных проектов. У студенческих отрядов богатая и славная история. Надеюсь, что коллеги преподнесут в будущем множество инновационных решений, станут непосредственно окунуться в производственный процесс, познакомиться с коллегами и поймут традиции нашего предприятия. На торжественном построении по случаю открытия новой смены студотряда ребятам вручили путевку на строительство энергетических объектов. Путевку вручили командиру студенческого отряда Вячеславу Дронь. В Славянском электротехнологическом техникуме он учится уже 2 года. После окончания планирует вернуться в «Кубаньэнерго». От работы в стройотряде я ожидаю получить опыт, чтобы в дальнейшем трудоустроиться сюда на профессию электрика-энергетика и продолжить свое дальнейшее развитие. Первый рабочий день для будущих энергетиков начался с небольшой экскурсии по производственным объектам «Кубаньэнерго». Впереди у студентов полноценные трудовые будни, соревнования и конкурсы. Трудовой сезон студенческого энергетического отряда в славянских электросетях продлится до 18 августа. Анна Монастыренко, Александр Косицын. Программа «События».